Боня у нас за рулем сегодня. Все, мы поехали. Всем привет. Доброе утро. Мы поехали в Барселону. Маргарита, ты спишь еще? Так, мы немножко запоздали. Хотели выйти в 9, а уже 9:30. А нам ехать 2.5 часа. Все, пристегнулись? Да. Молодцы. Так, Бонь, я надеюсь, все нормально будет у тебя. Поспали немножко. Фенчик спит еще. Она прям на столике спит, что ли? Так, нам еще ехать. Час 20, час 15, вот так где-то примерно. Встретимся мы там с нашими друзьями, которые, кстати, тоже из Кыргызстана. Жили они в Бишкеке, и мы с ними давно уже знакомы. Встречаемся, когда приезжаем сюда, в Испанию. Встретимся там, в центре города. И потом пойдем гулять и снимать клип вместе всем. Ты тоже будешь в клипе сниматься? Боня засыпает. Так, все, мы в Барселоне. Осталось 9 минут, и мы доедем до места нашего. Бонечка нормально, все с ней хорошо. Она дорогу перенесла просто замечательно. 2 часа. Так, мы уже встретились. Мы уже подарочки получаем. Смотри. Это для тебя, Мария, добрая масочка. Ух ты. Спасибо большое. Пожалуйста. Это для каждого конфетки. Ух ты. Вау. Спасибо. А это кому-то лучше, если вы выберете. Кому запах понравится. Прикольно. Вау. Прикольно пахнет. Ты. Это для Макса. Макс, это тебе. Спасибо. Для тебя. Это вообще-то мы выбрали больше. Спасибо. О, круто. Спасибо большое. Сейчас папа наш подготовит аппаратуру. Просто ехать прямо. Так, мы идем к яхтам. Будем снимать возле яхт. Ветерочек снимает. Facing all the lights, and as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you. Идем на пляж. Мы еще не были на пляже в Барселоне. Первый раз идем на пляж. Бонни! Бонни, Бонни, Бонни! У Бонни новая хозяйка. Бонни пить хочет очень сильно. Все, еще? Она намокла. Бонни, Бонька. На, держи руку. Ой, все мокрая. На-на-на. Пить хочет. Сколько еще? Угу. С кем у нее под ногами этот запутался? Поводок.
Пей. Давай еще. Все. Что, купаться? Надумали? Да. Ну смотри. Ну водичка не холодная. Там ты не должна сделать. Да. Все, пошли купаться. Зеленый, успеем? Если мы быстренько. Давайте быстренько. Идем. Бонни. Успеваем. Ты не устала нести свой скейтборд? Нет? Нет, он же тяжелый. Бонечка, устала ты, да? Маленькая, затаскали тебя по городу. Засыпает уже. Девочки, привет. Приятного аппетита. Мама, вкусные суши? Зеленая очень вкусная. Угу. Вот эта зелененькая? Нет, она хрустит. Нет, более-менее только вот этот понравился. Да? Хочу другие пробовать. Ну вот у нас любитель суши. Который все ест. Это что, Каролина набрала? Да. У нее тут и пицца, и сладости, и арбуз, и тут все. Тут тоже пицца лежит. Ну, приятного аппетита. Кушайте. Бонтик, все, прощаемся. До следующего раза. Бай-бай. Надеемся, мы еще, может, в этом году приедем. Подписывайтесь на канал Садат. Оставим ссылочку в описании. Нет, я могу, я! Пока-пока-пока! До встречи! Пока! Gracias. Едем домой. То есть это не домой, а на квартиру. Нам ехать 2 часа еще. Уже все устали. Время, кстати, после почти 12 часов ночи. Понравилась сегодняшняя прогулка? Ага. Точно? Да. Но одного дня, конечно, мало. Очень мало. Да, хотя бы 2 денечка было бы нормально, но одного дня мало. Мы только, получается, поснимали клип. Девчонки потом искупались 1 раз. Совсем не пошли, поужинали, и все. Завтра мы уже едем домой. Но мы сначала соберем вещи, все сложим в машину. Потом пойдем на пляж до вечера. До вечера мы будем купаться, загорать, гулять. И, наверное, где-то часов так в 7-8 поедем домой. И уже в субботу утром мы будем дома. Вот такие вот у нас планы. А во сколько? Утра? Да, где-то в 10 часов утра мы будем дома. Смотря во сколько мы поедем. Ну, в общем, мы будем ехать ночью в этот раз, чтобы детки спали, не мучились. Уснут ночью, проснуться утром, мы уже будем почти дома. Вот. Так что сейчас приедем сразу спать, завтра купаться, загорать и домой. Мало, конечно, недели было бы самое то, 2 недельки, хотя бы 10 дней. Потому что мы только вот сейчас адаптировались, только у нас все прошло, то, что мы сгорели, уже ничего не болит, можно загорать и дальше, но мы уже едем домой. Так что будем загорать дома в Швейцарии. Ну, там все, мы уже дома. Ложимся спать. И завтра в 9 часов буду будить всех. Будем собираться. Все, спокойной ночи. Пока. До завтра. Завтра домой.